Мастер-класс Скоробейкина нам сегодня покажет по приготовлению раков. Ехал грек... О, слушай, они живчики вообще. Прям очень хорошие раки. Размер номер 2, ребят. По 550 рублей за килограмм взяли. 2 килограммчика. Скоробеич сейчас будет показывать, как их готовить в своих фирменных приправах. Вот, ребят, как купили раков, надо их немножко промыть. Но эти вообще живчики. Там в районе метро Рижская продают. Размеры разные. Вот эти 550 за килограмм, есть 450 за килограмм. Там, короче, до 2500. Ну, 2500 у них, типа, название там. Есть королевские, императорские, а есть, типа, лобстеры. Самые дорогие, это вот, типа, размер лобстеры. Сейчас тебя укусит вот этот. Ну, не надо. Хочешь? Я не люблю. Пошло, я не люблю, когда так. Хочешь? О. Сейчас тебя изобьют чем-нибудь. Ладно, ребята, он меня сейчас укусит. Ай! Походу до крови. Ну уже такое видео. Все. Слышь? Давай я его собью. Не надо, не надо. Посмотри. Че там? Ничего, покраснел. Смотри. Ну молодец, он теперь тебя туда инфекцию занес какую-нибудь. Смотри, где кровь, посмотри. Внутри носа. Ребят, рак меня укусил до крови. Набор специй классический для приготовления 3 килограммов рака. Так. Пахнет божественно. Там семена укропа, смотри, лавровый лист. Красный перец. Перец, но я думаю, он ароматный. Это паприка, скорее всего, это не перец. Потом перец с горошком, темный ароматный. Слушай, а что это у тебя за смешная такая сковородка? Ой, это кастрюля такая. Ну, это специально для раков. Для раков. Ну что, сюда закидываем вот сюда? Да, в маленькую можно закидывать. Сколько? Сколько вместится? И, конечно же, розовая соль пошла в ход. Да, опустили. Притворяются дохлыми уже. Такие живчики поначалу были. Уже начали, как да? Запахло тут. Специями. Вот этого и монстра. 10-15 минут. Сейчас подождем. К водищу. Все. Все, ребята. 10-15 минут варятся. Да. Потом? Потом 10 минут лежат. Отстаиваться в этой воде. Да. И потом? И потом я их украшаю, и мы едим. Хорошо. Смотри, какое зелье. Может, побольше надо сюда? А я много высыпала. Воды что-то много. Давай все уже досыпем. Нет, я оставила, да, да. Я все, я секрет разгадал. Можно самим это сделать. Только что большое такое? Это перец горошком. Точно? Да. Ну, значит, перец горошком, перец красный. Или что это, паприка? Паприка, наверное. Нет. Точно непонятно. Красный перец. Красный, он острый. Не будут они тебе сюда острый перец. Дай я попробую. На вкус. Он даже цвета не такой. Капелюшечка. Сейчас. Не, не острая. А! Острота. Понятно. Пахнет очень вкусно, скажи. Да, очень вкусно. Запах, у нас таких специй не было с тобой. Решили раскошелиться, ребят, купили специи за 200. Вкусности, да, чтобы. Вообще они 50 рублей стоят. Да? Ну, нет, вообще, ну как раньше, типа, они стоили 50 рублей. Сейчас кризис. Сейчас кризис. Специи по 200. Все. Закидываю. Авокадо все уже. Происпортилось? Да. Сейчас выкипит. Сразу красные стали. Все, ребятки. Будут готовиться. Снимем пробу, да? Да. Вот, ребятки, какую красоту Скоробейкина готовила мне на ужин. И салатик с оливочками. Да? Да. Это что, все раки? Нет, вон еще целая кастрюля. Еще целая кастрюля? Да я только маленькую. А пить что мы будем?
Квас. Квас. Почему не пиво? Потому что мы не пьем. Ну ладно. Логично? Ну, получается логично. Пусть остынут чуть-чуть. Да, они остывают. Тяжесть заключается у тебя в жизни. Налить квас тяжело? Да. Почему? Тяжеленький. Ну, что ты врешь? Попробуем раков. Пробуем. Пробуем пера. Так, ну что. Прикольно. Вкусно. Да, да, вкусно.